А кто по книжке Мерфи учится, тот английскому выучится. То есть Unit 77 Names with and without the. Личные имена с артиклем the и без. We do not use the with names of people. Helen, Helen tell in the same way we do not normally use the names of places. For example, мы не используем артикли the с личными именами, то есть Helen Taylor. В таком же стиле мы не используем артикль the с именами мест. Для примера, continents Africa, not the Africa, Europe, South America, country, states, France, not the France, Japan, Switzerland, Texas. То есть название континента Африка, the Africa нельзя. Европа, Южная Америка, Франция через артикль нельзя, Япония, Швейцария, Техас. Islands, Sicily, Bermuda, Tasmania, cities, towns, Cairo, New York, Bangkok. Острова Сицилия, Бермуды, Тасмания, названия больших мегаполисов это cities, towns, маленькие городки, то есть Каир, Нью-Йорк, Бангкок. Mountains, Everest, Этна, Килиманджаро, название гор, Everest, Этна, Килиманджаро. But we use the in the names with Republic, Kingdom, State, the Czech Republic, the Dominion Republic, the United Kingdom, the United States of America. Но мы используем артикль the словами, которые в своем составе имеют республика, королевство либо штаты. То есть Чешская Республика, Доминиканская Республика, Соединенное Королевство Великобритании, это the UK, и США, Соединенные Штаты Америки. Кстати, States имеется в виду штаты. Независимое государство. Compare. Have you ever been to Canada or the United States? Вы когда-нибудь были в Канаде либо в Соединенных Штатах Америки? When we use Mr. and Mrs. Captain Doctor, and then we do not use the. So we say Mr. Johnson, Dr. Johnson, Captain Johnson, President John, etc. Not them. Uncle Robert, Saint Catherine, Princess Maria. Когда мы указываем титул мистер, миссис, капитан, доктор, в смысле наука обычно, то не надо ставить артикль «the», уже с контекста ясно вытекает. То есть мистер Джонсон, доктор Джонсон, капитан Джонсон, президент Джонтон, дядя Роберт, святая Екатерина, принцесса Мария. Compare, we call the doctor, we call Dr. Johnson. То есть в первом варианте, сравните, мы позвали доктора, прямого доктора медицинского, во втором варианте, позвали доктора Джонсона, то есть обычно имеется в виду титул, научное звание. Доктор Джонсон. We use mountain and lake in the same way without the. Mount Everest, not the. Mount Etna, Lake Superior, Lake Constance. Мы используем гора в скобках, это расшифровка для горы, аббревиатура, и озеро в такой же способ без артикля the. То есть гора Эверест, гора Этна и озеро Superior и озеро Констанция. Они жили возле озеро, they live near Lake Constance. То есть в первом случае артикль the висит, потому что не ясно, какое конкретно озеро. А во втором указано, что озеро Констанция, из контекста понятно. We use the with the names of oceans, seas, rivers and canals. Мы используем артикль the с именами океанов, морей, речек и каналов, the Atlantic Ocean, потому что атлантический. The Indian Ocean, the Mediterranean Sea, the Индийский океан, Среднеземное море, the Red Sea, Красное море, the Channel, это имеется в виду канал Ла-Манш между Францией и Британией, the Amazon, Амазонская речка, the Nile, Nile, the Suez Canal, Суэцкий канал. We use them with the names of deserts, the Sahara Desert, the Gobi Desert. Мы используем артикль the с именами пустынь, пустыня Сахара, либо Гоби пустыня, we use the with plural names of people and places. Мы используем артикль the с именами множественными людей, либо мест. То есть the Taylors, это имеется в виду семья Тейлоров в полном составе. Лучший пример the Simpsons, потому что все от Гомера и до оставшихся членов семьи выражаются общесобирательно через артикль the. Country, the Netherlands, the Philippines, the United States, то есть страны, Нидерландия, то есть Голландия, Филиппины, Соединенные Штаты, groups of islands, the Canary Islands, the Bahamas. Название островов, то есть архипелаги, Канары, Багамские острова, Mountain Range, the Rocky Mountains, the Rockies, the Anzels. Название горных систем, либо скалистые горы,
То же самое равнозначно Rockies, это не тот Rocky. The Andes – это Анды, ну и, понятно, Альпы. The highest mountain is Alps is Mont Blanc. Наивысочайшая гора в Альпах – это Mont Blanc. We say the north of Brazil, but northern Brazil without the. Мы говорим север Бразилии, но северная Бразилия без артикля the. Мы говорим юг-восток Испании, the southeast of Spain, but southeastern Spain. То есть имеется в виду юго-восток Испании, но юго-восточная Испания. Compare. Sweden is in northern Europe, Spain is in the south. То есть Швеция находится в севере Европы, Испания находится на юге. Also the middle is the far east. В таком же плане. Ближний восток, либо дальний восток. We also use north-south. Север-юг in the names of some regions and countries. Мы используем север-юг по отношению к регионам и странам. North America, South Africa. Северная Америка, Южная Африка. Note that on maps, the is not usually included in the name. Обратите внимание, что на картах артикль the обычно не пишут, но тем не менее его надо включать, то есть там экономят место. Я хочу, чтобы вы не экономили на своих знаниях, то есть не занимайтесь у посредственных репетиторов. Я успешный репетитор, потому что я концентрируюсь только на одном занятии. Это преподавать английский, и у меня это получается успешно. Потому что я знаю, ведь я живу в Канаде, английский мне родной. Плюс я предельно честный человек в плане деловой репутации. Сперва работаю, потом вы платите. Это ясно. И плюс предлагаю бесплатный демо-урок. Я обещаю за полгода научить вас английскому, даже с нуля. У меня получится, и у вас тоже. Всего наилучшего и goodbye.